как когда-то для нас всех так же это значило, да, Олег? Ты помнишь первые выходы, все дела? Лауреатом третьей степени награждается Владимир Сычев. Владимир Сычев! Памятная статуэтка и подарок. Благодарность за участие в нашем фестивале, Владимир Сычев. Город Москва. Браво, Володя. Останься, пожалуйста, на сцене. Не уходи. Народ должен знать своих героев. Но я продолжаю. Еще один лауреат третьей степени – Роман Виноградов. Ваши аплодисменты! Роман Виноградов! Идет. Вот он из зала, я вижу, он бежит. Он стремится к своей награде. Браво, Рома! Роман, авансом совещались мы долго. Работать и работать над творческим материалом, исполнением сценическим образом. Будем работать. Спасибо вам, уважаемые гости. Я очень рад сегодня быть с вами на этой сцене. Мне очень приятно. До новых встреч. Спасибо. Виктория, сейчас подарочки. Мне нравится ваша «До новых встреч», значит, мы не в последний раз видимся с вами, Ром. Лауреатом второй степени награждается Александр Попов. Саша, как мы рады. Александр всегда с нами. Мы уже так привыкли к нему, что если вдруг он не приедет на какой-то фестиваль, нам это будет... Это не фестиваль, а без Саши. Да, это... все, это будет труба. Александр Попов! Браво, Саша! Лауреатом второй степени награждается Кирилл Подтягин. Кирилл, мы рады за тебя. Дай Бог счастья, здоровья вашей семье и будущей маме. И продолжаем хлопать. Еще одной второй степени награждается Илья Матраков. Илюша, опальный ты наш. Слово Вере Снежной. Спасибо огромное. И вновь ваши аплодисменты, не пожалейте эмоций. Диплом лауреата первой степени. Исполнитель песни в жанре шансон. Внимание, Татьяна Артамонова! Татьяна Артамонова! Танечка! Идет! Председателя. Зрители не заканчивают аплодисменты, а продолжают. Потому что третий международный вокальный многожанровый фестиваль-конкурс «Тула без границ» награждает дипломом
лауреата первой степени в номинации «Автор-исполнитель песни в жанре шансон» Михаил Белов! Насколько я знаю, Миша, Мишину пришлось по некоторым обстоятельствам выехать, поэтому... Ну, просто давайте поаплодируем. Он душой с нами. Дипломант, лауреат первой степени. Эстрадная песня, исполнитель Карина Брашникова. Кариночки тоже, к сожалению, уже уехала. И дипломом лауреата первой степени международного вокального фестиваля конкурса «Тула без границ», автор-исполнитель в номинации «Эстрадная песня» Миша Медведь! О-о-о-о-о-о! Миша, 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 Миша! Браво! Ну и на этом можно было бы, конечно, поставить финишную такую жирную точку. Но пока мы ее не поставим, поставим запятую. Завтра же 1 сентября, правильно, поучить надо. Вот. Учитель ты наш. Педагог. Да вы знаете, в принципе-то мы особо-то и не совещались. 2 + 2 = 8. Понятно. Да. Ну и так, гран-при в номинации «Автор-исполнитель в жанре шансон» награждается... Олег Андрианов! А кто тут? Вы как думаете, кто? Сухов. Сухов в прошлом году увез гран-при. Миша, Миша Медведь! Да. Хорошо, что вернулся. Ну где аплодисменты? Миша Медведь! Миша, на финал какую песню хотел бы исполнить? Да любую. Любую, действительно. Если можно, флешечку. Ренат, дай, пожалуйста, флешечку. Там остался. Нет, там все. А, вот как. О, как хитро. Вот Миша будет. Да. Это Миша. Зеленая флешка, а на ней Миша Медведь со своей, конечно, классической композицией, как победитель гран-при. Любимая твоя песня и любимая твоя. До новых встреч, друзья! Спасибо! Друзья, победитель гран-при Миша Медведь! Вот и девчонки напоследок, друзья. Не смотрю футбол, даже не смотрю хоккей. В жизни все мои дни. Да, конечно, не красавец, ни ковбой, ни плейбой, но зато огромный палец, натурал и голубой. Нет, не числюсь в олигархах, ну и что же, не беда. Ну а то, что голодранец, это же вовсе рука. У меня же она такая, моя женщина родная. Знаю я, она моя, и слежу от нее до я. Что даже мистер президент и авторитетный мент, и когда свежие и ростовские ботины, дальнобойщик и актер, и, конечно, режиссер, не отнимут у меня тебя, любимая моя, погнали!
люблю. И вся эта красота, вот заключенная во мне, для нее одной желанной, чтоб любить меня вдвойне. Знаю, я не идеален, но стараюсь, как могу. Наш пирог и наше счастье, как умею, берегу. Жизнь летит, как поле ветер, но я знаю наперед, что жена моя родная никогда не подведет. Даже повар из Титани и накачанные парни, и водитель из маршрутки, и диджей из тесной будки, и нефтяник, и магнат, и безумный акробат, и бармен, и стриптизер, и барфизик, и призер, и спортсмены, и футболист, и брутальный хоккеист, и танцоры, и шнурцы, и, конечно, кузнецы, и на море рыбаки. Все профессии мужики, знаю, пусть на целом свете все взрослые и дети, даже мистер президент и авторитетный мент, и кавказские шагины, и ростовские ботины, дальнобойщик и актер, и, конечно, режиссер, не отнимут у меня тебя, любимая моя. Спасибо вам, Тула, за теплый прием. Я очень рад быть в вашем городе, хотя уже бывал здесь не раз, но все равно большое спасибо.